Виктория пошла положить на телефон. А я вот нахожусь на набережной. Пройду туда, посмотрю, тут где-то было тюльпановое дерево. Распустилось очень. Потом еще боярышник зацвел. Вот набережная. Вид. Рыбачка. Марсик бы здесь было бы, конечно, бы. Вольготно бы по набережной побегать. Ну, рыбаки вот сидят. Ну, в общем, вот такой вид. Вон там вдалеке магнолия зацвело большое дерево. А я здесь. Это первый выход наш. Осматриваемся. Собираемся в ботанический сад, я уже говорил. Посмотрим, что-то вот подсек молодой человек. Что он вытащил. А можно посмотреть, какой улов? Я тут снимаю видео. Да что это за Здравствуйте, улов? Но все равно. Это браконьеры. А что за рыба, как называется? Бычок маленький. Бычок. Ну, все равно первая рыба, которую мы увидели. А вообще покрупнее ловится, да? Ловила, сегодня что-то нет. Вообще кефаль. Ага. Там вот вначале, там сейчас пройдем, да. На рыбалку крупную складывали. Мы когда на рыбалку ходили, тоже крупную складывали в баночку из-под майонеза, а мелкую выбрасывали. И вот у вас такая попалась, похоже. Вот она, магнолия. Тюльпаны уже здесь вовсю белые. Вот она. У нас тоже магнолия растет. Но я не думал, что она таким деревом будет. Внимание, по газонам не ходить. А у нас Марсик с Миркой ходят. Надо их штрафовать. Вот цветет дерево. Смотрите. Это или барбарис, или боярышник. Я давно гоняюсь за таким деревом, не знаю, как оно называется точно, но вот видите, такими маленькими розочками цветет. И вот, если бы я знал точное название этого дерева, я бы его уже нашел бы. Но пока вот только любую. Видите? А это магнолия, как дерево, громадное.